Республиканский реабилитационный центр, который открылся в январе 2018 года, один из немногих в России, где проводят комплексную медико-социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. О том, что открытие этого уникального центра ждали многие семьи, говорить не приходится. Ежегодно здесь проходит реабилитацию более 2000 детей, а это не менее 16 смен по 21 день. А сегодня в центре проходит реабилитацию почти 200 детей. У нас вот социальная реабилитация. Иногда люди путают и думают, что у нас как больница будет, или как школа, или детский сад будет. А социальная реабилитация – это вот реабилитация, восстановление или, наоборот, развитие несформированных качеств жизни. Вот, начиная как ухаживание за собой, умение есть, умение, ну, да, даже у маленьких вот памперсов отучиваем, да, это как бы базовые потребности, которые, к сожалению, самостоятельно не развиваются. На комплексную диагностику к нам подходят дети в основном с диагнозом задержка речевого развития и детский церебральный паралич. И проходят они диагностику один ребенок индивидуально от 20 до 30 минут и выходит уже из нашего кабинета с индивидуальной программой по реабилитации. Комплексная реабилитация включает в себя все занятия, начиная от психолого-педагогических до медицинских. Логопедическая помощь, физиотерапия, арт-терапия, музыкальная стимуляция, гарденотерапия. И это лишь малая часть из того, что получают в стенах реабилитационного центра юные посетители. Один из них – Март Иванов. Он проходит здесь реабилитацию с 2019 года. Проходим тут массаж, лечебная физкультура. Есть занятия с психологом, дефектологом. И бассейн есть даже. Можно там лечебную физкультуру в бассейне проводить. Конечно, социализация тут он проходит очень хорошо, потому что у нас школа обучения домашнее. С детьми своего возраста они контактируют. И ему нравится сюда приезжать. Центр рассчитан на 100 койко-мест и 150 мест дневного пребывания. Объект был построен благодаря целевому фонду будущих поколений республики, полностью за счет пожертвований Алроса. Руководство алмазной компании внимательно следило за ходом строительства и оснащением центра, в котором за эти 5 лет прошли реабилитацию более 10 тысяч детей. Многих центр научил разговаривать, ухаживать за собой, помогает пройти социализацию и стать полноценными членами общества. Ведь каждый ребенок – это будущее. Мария Кардышевская, Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Якутск.